На финальные игры приехали сильнейшие команды, прославленные волейбольные клубы из Крымска, Староминской, Сочи и Краснодара. Но это только придало нашей команде азарта и стремления к победе. Чтобы попасть в финальный этап соревнований, команда анапчанок прошла серьезный отбор. Наши волейболистки уже встречались на поле с серьезным противником – командой из краевой столицы. Анна Мовчан помнит эту игру, ведь она забила немало мячей на сторону противника. Впечатления от первой игры были достаточно хорошие, игра была тяжелая, но мы одержали победу, команда хорошая, поэтому мы будем стараться. Команда из Краснодара Анапу любит не меньше родного города. Капитан команды Алиса Глущенко отмечает, что в Анапе по-особенному играется, чувствуется поддержка от всего города. Анапа – это уже, можно сказать, наш родной город, все соревнования проходят здесь. Мы уже все Анапу наизусть знаем, и зал нам здесь очень нравится. В этой игре Анапа одержала очередную победу над Краснодаром со счетом 3-1. Лучшие игроки войдут в состав сборной Краснодарского края, которая выступит на первенстве России.